пусть золотом на синем атласе впишется тот счастливый час, когда ты, князь Ростислав, вместо одежд пурпурных, вместо каменьев светозарных из Византии выписал учителей, чтобы просияло имя славянское и родилось и преодолела из тьмы вечность вечную, где многое, казавшееся нетленным, исчезло. Слушай, славянский народ, слушайте слово, ибо оно от Бога. Слушайте слово, что питает души человеческие, что укрепляет сердца и умы. Слушайте слово, что готовит всех к познанию. Славянская азбука – явление совершенно уникальное. Она пронизана глубоким смыслом и содержанием. Буква М – мыслите. Существует тайна, заключенная в названии буквы «мыслите». Сами создатели азбуки оставили нам послание из глубины веков. Название двух букв, предшествующих букве «мыслите» – «како» и «люди». Прочитаем алфавит. «Како», «люди», «мыслите». Что в переводе на современный язык будет звучать так. «Как вы, люди, мыслите?» Вот о чем призывают задуматься нас святые Кирилл и Мефодий. Нам, людям, дарована способность мыслить, думать и помнить. Зерно невидимо в земле, а только из него вырастает огромное дерево. Также незаметна мысль, а только из мысли вырастают величайшие события жизни человеческой. Лев Николаевич Толстой.